Вы вот, скажем, за последние 10 лет можете отметить какие-то изменения? Ну, как житель Москвы, я просто спрошу, не как звезду, как москвичку. Какие-то изменения вот именно в этом аспекте, все, что связано с дорогами? Ну, легче стало парковаться. Это правда. Ну, понятно, да, благодаря тому, что появились парковки платные, сократилось количество транспорта и людей, которые могут себе позволить ими пользоваться. Удобно то, что вот я прописываю. У меня резиденция есть в Тверском районе, у меня очень много где бесплатная парковка, потому что я в основном все равно по работе бываю в центре, да, но бывает, что я тоже плачу большие деньги. А какие еще изменения? Ну, мне кажется, появилось больше пешеходных переходов. Вообще Москва очень чистая и очень красивая, и очень многие восхищаются, особенно кто вот приезжает, все всегда говорят, какой у вас красивый.